С 10 марта изменилась стоимость проезда в общественном транспорте и, соответственно, стоимость проездных билетов. Напомним, в последние два года тарифы не пересматривались. С этого дня проезд в городском троллейбусе стоит 15 рублей при оплате наличными и 14 рублей при оплате электронной транспортной картой. В маршрутках цены чуть выше – 20 рублей наличными и 19 по транспортной карте. В автобусах городских маршрутов – 16 и 15 рублей соответственно. Такие же расценки и на маршруте Чебоксары-Кугеси. Кроме того, на маршруте Чебоксары-Новочебоксарск утверждены тарифы 18 и 19 рублей в автобусе и 22 и 23 рубля в маршрутке. Стоимость месячных проездных билетов на троллейбус, дающих право на неограниченное количество поездок в городском сообщении, утверждена в размере 700 рублей. На автобус – 750 рублей. На два вида транспорта – 1050 рублей. Стоимость проезда в автобусах пригородного и междугороднего сообщения, а также месячных проездных билетов в пригородном сообщении не увеличена.